Вот видите, мы вышли на ту сторону. И мы идем прямо на левую ножку диафрагмы, ничего не оставляем. На столе пациент, больной сахарным диабетом. По ту сторону экрана врачи со всей России. Это прямое включение с Москвой. В Самаре опасную болезнь лечат хирургически уже 15 лет. Регион второй после столицы по количеству операций в год. Их делают около 100. Метод лапароскопический, самый щадящий. Врачи из других городов могут не только увидеть, как работают самарские хирурги, но и получить ответы на все вопросы в режиме онлайн. Прибыль масс тела больше 35-40 мы делаем 200. А при более низком индексе массы тела от 120. Чаще всего причиной сахарного диабета является ожирение. Хирургически лечат именно приобретенную, а не врожденную болезнь. Лишний вес также чреват гипертонией и болезнями суставов. После операции на желудочно-кишечном тракте, говорят врачи, проблемы исчезают разом. А сахарный диабет уходит почти в 100% случаев. Сегодняшняя операция заключалась в том, что мы перестраиваем несколько так желудочно-кишечный тракт для того, чтобы заставить работать поджелудочную железу, вырабатывать инсулин. Мы соединяем желудок с кишкой так, чтобы выключилось из пищеварения, то есть не попадала пища в большой желудок и в 2 метра тонкой кишки. На пути к здоровью он преодолел 1500 километров. Лечиться от сахарного диабета Мухмад Салах Исраилов приехал из Грозного. Еще 2 года назад он весил 116 килограммов и 5 раз в день колол инсулин. После операции вес уменьшился ровно вдвое. Необходимость в уколах отпала. Убедиться, что здоровье богатырское, мужчина вновь приехал в больницу имени Середавина. На этот раз на обследование. Изменения все к лучшему. Чувствую себя хорошо, легко, могу ездить, гулять, на рыбалку идти. Аппетит хороший, все кушаю, очень хорошо, нормально. В лечении сахарного диабета хирургическим способом сегодня нуждаются 35 тысяч человек со всей Самарской области. У большинства из них болезнь приобретенная. Позволить себе операцию могут немногие, стоит она от 100 до 200 тысяч рублей. Но чтобы не потерять здоровье, а вместе с тем и деньги, врачи рекомендуют правильно питаться и больше двигаться. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».